Сейчас у нас в Российской Федерации проходит перепись населения. Наш хутор Стефановский уже прошел эту процедуру. Все бабушки, все пожилые люди, все прошли перепись населения. Это очень важный момент, очень важное мероприятие для составления социального паспорта территории, что в дальнейшем скажется на всех субсидиях, на всех вложениях, которые будет оказывать государство в наш муниципальный район. Я призываю всех жителей нашего Северского района пройти перепись. У кого нет возможности это сделать самим, через портал госуслуг, к вам придет переписчик на дом и оформит эту процедуру. В этом ничего страшного нет. Пожалуйста, давайте будем законопослушными гражданами и нашу гражданскую ответственность в виде переписи населения сделаем достойно.